злонамеренность. Ну вот мы и здесь. Рон, ты как, готов к последнему экзамену? Вам кажется, что мне нехорошо? Удачи, Рон. Встретимся во внутреннем дворе после экзаменов. Пока. Если я не вернусь, считайте меня маглом. А, Рон, ты готов приступить к последнему экзамену? Ну, на самом деле... Ну что ж, тогда начнем. Предупреждаю, экзамен очень трудный. И даже немного опасный. Опасный? Чтобы заработать отличную оценку, ты должен собрать все 5 счетов. Приступай, Рон. Желаю успеха. Карпе ретрактум! Ugh!
Карпе ретрактум! Депульсо! Депульсо! Карпе ретрактум! Карпе ретрактум! Риктусентра! Риктусентра! Алохамора! 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 Риктусентра! 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 Шпангибай! Депульсо! 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 Алохамора! Депульсо! Карта, карта, ретрактум! Карпе ретрактум!
Спонгифай!
Давай! Риктусемпра! Палата Мора! Риктусемпра! 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 Депульса! Алоха Мора! Спандифай! Карпе ретрактум! Карпе ретрактум! Отлично сработано, Рон! Высший балл! Ты превосходно освоил заклинание Карпе ретрактум! Спасибо, профессор Люпин! Мисс Грейнджер, надеюсь, вы готовы к последнему экзамену? Конечно, профессор МакГонагал. И все благодаря маховику времени, который вы мне одолжили. Этот практикум несколько труднее, чем все предыдущие. Хотите получить отличную оценку? Соберите все 5 щитов. Можете начинать. Лапифор!
Теперь будет непросто. Теперь будет непросто. Да уж, теперь будет непросто. Thank you.
уж, теперь будет непросто. Мисс Грейнджер, вы сделали все безупречно. Именно этого я от вас и ожидала. Спасибо, профессор МакГонагал. Жаль, что семестр закончился так быстро. Столько всего еще хочется изучить. Мисс Грейнджер, я настоятельно рекомендую вам успокоиться. Гарри, вы готовы к последнему экзамену по заклинанию «Глациус»? Я готов, профессор Флитвик. Замечательно. Что ж, правила вам известны. Чтобы получить отличную оценку, надо найти все 5 щитов. Все понятно. О, и Гарри, учтите, экзаменационное задание труднее обычного. Желаю удачи. Глациус!
Гласнус! Гласнус! Риктусентра! Гласнус! 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 Риктусентра! 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 Отлично, Гарри, поздравляю! Ух ты! Даже не верится! Гарри, мне было очень приятно преподавать вам уроки заклинания. Мальчик мой, у вас великолепные способности, просто великолепные! Я рад, что вы пережили последний экзамен. О, это было здорово. Говори за себя. Мне теперь долго будут сниться кошмары. Ну что ж, давайте посмотрим, чего вы добились за этот год. Похоже, у вас еще есть кое-какие дела. Приступайте к работе. Депульсо! 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 Надеюсь, Пивс, мы тебя больше не увидим. Его доспех раскален до красна. А, гнусные детишки, хотите поиграть? Риктусентра! Гласнус! Ой, осторожнее! Риктусентра! Лови! Риктусентра! Фу! Гласнус! Эй, осторожнее! Риктусентра! Осторожно, Гарри! Он кидается факелами! Риктусентра! Ой, осторожнее! Риктусентра! Лачус! Так ему и надо! Молодчина, Гарри! Спасибо! В общем, мне понравилось! А мы случайно не перестарались? Не волнуйся, скоро он продолжит над нами издеваться. О, Гарри, иди сюда! Ха!
дверь туда, где выполняют практикум по Драконифорсу и Лапифорсу. Ну что, Гермиона, хочешь проделать это еще раз? Злонамеренность. Гарри, иди сюда! Депульсо! 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 Гарри, иди-ка сюда! Вы собираете карточки? Могу предложить одну очень редкую. Хорошо, договорились. Ну что, Гарри, хорошая сделка! Сюда. Если мы хотим узнать, что за этим портретом, нужно купить пароль в лавочке Фреда и Джорджа. Эй, Поттер, ты коллекционные карточки покупаешь? Лады, покупаю. Вот, Гарри. Беатрис Блоксэм. 1794-1810. Автор серии детских книжек «Сказки дядюшки Мухомора». Впоследствии эта серия была запрещена из-за того, что вызывала у детей тошноту и рвоту. Анория Наткомб. 1665-1710. Шарлотта Пингстоун. Родилась в 1922-м. Знаменитая колдунья. Ведет активную борьбу за отмену статута секретности. Требует сообщить маглам о существовании волшебников. Неоднократно привлекалась к ответственности за нарушение этого статута. Гарри, карточку купить не желаешь? Звучит неплохо. Ладно, беру. Удачи, Гарри. Ладно, до встречи. Эй, Поттер, ты коллекционные карточки покупаешь? О, я это беру. Вот, Гарри. Похоже, здесь заперто.
Гарри, иди сюда! Алахамора! Алахамора! Гарри, иди-ка сюда! Думаю, нам стоит купить пароль у Фреда с Джорджем, чтобы взглянуть, что там за этим портретом. Депульсо! Если мы хотим узнать, что за этим портретом, думаю, нам стоит купить пароль у Фреда с Джорджем, чтобы взглянуть, что там за этим портретом. Привет, Фред. Привет, Джордж. Это очень ценная карточка. На самом-то деле, мне вовсе не хочется с ней расставаться. Ладно, идет. О, Гарри, эта карточка совершенно особенная. Просто бесценная. Собери все остальные карточки из этого набора, и она достанется тебе даром. Вообще-то нам не стоило бы продавать ее так дешево. Это отличная карточка. Ладно, идет. Горный тролль часто встречается в гористой местности. Очень силен, но глуп. Пытается стукать. Наш шоколад позволит тебе восстановить здоровье с первого же кусочка. Спасибо, как-нибудь в другой раз. Мы освободили от этой карточки Драку Малфоя. Хорошо, договорились. Я и не знал, что у нас есть такое. Гарри, это ужасно редкая штука. Очень, очень редкая. Звучит неплохо. Ладно, беру. Мы только что получили этот пароль, но что за тем портретом, я понятия не имею. Отлично, договорились. С помощью этого пароля можно узнать обалденный секрет. Ну, вы понимаете, все это строго между нами. Ладно, идет. Джордж, ты уверен, что хочешь это продать? Нет, спасибо. Фортуна майор. Думаю, нам стоит купить пароль у Фреда с Джорджем, чтобы взглянуть, что там за этим портретом. Гарри, карточку купить не желаешь? Хорошо, договорились. Удачи, Гарри. Ладно, до встречи. Фортуна майор. Thank you.
Бобин Барабек.